Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на вандеркейс. У меня на балике 120 рублей. Мы в прошлом видосе дошли до бешеного балика. У нас там, мы там открывали 5 ножевых кейсов сразу. Но я потом катал вне ролика. Еще мы что-то на стриме катали. Где-то я что-то подслил, что-то успел вывести. Короче, просрал я большую часть. И сейчас у меня на балике 120 рублей. Короче, я решил повторить рубрику «Ширпа до ножа». Короче, депнул я 100 рублей по промокоду НКЛР. Он мне дал плюс 20% к депозиту. Из-за этого у меня на балансе 120 рублей. То есть 100 депайте, получаете 120. И сегодня будем с этого балика подниматься, получается, ну, до ножа. Но это все не за один ролик. Это я планирую сделать в 2-3 части. Также мне открыли возможность открыть бесплатный кейс за регистрацию на сайте, чтобы вам продемонстрировать, как это работает. Напоминаю, если вы регаетесь по моей ссылочке в описании под видео, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Нажимаете вот так открыть, дальше открыть и лутайте какую-то халявную шмотку. Мне бы в идеале сейчас рублей 200 залутать полпозиции. Сколько? Ой, 85 рублей, но это слабовато. Но отсюда падает в среднем где-то от 60 до 500 рублей. Мне один раз прокало, прям везло, 500 рублей падало. Ну, сейчас не очень, 80. Так, ладно, давайте еще кейсы за деп откроем. За соточку у меня открыт. Давайте отсюда заберем халяву. Может, что-нибудь тут хорошее упадет. Ай, вихрь джунглей, ну сколько ты стоишь? Ну, недорого же, да? Ну, 8 рублей. Ну, ладно, нормально. В любом случае, депнули 100 рублей, получили 214. Это, получается, плюс 114% к депозиту со 100 рублей. Ну, я считаю, неплохо. Так, я предлагаю начать с какого-нибудь кейса Ширпа Трёп. Он самый, конечно, дешевый. И, наверное, вряд ли с него что-то жесткое можно выбить. Но нам надо сначала хоть немножко разогнать баланс до 300 рублей. Дальше будет полегче. Так, 54 падает, нормально, плюс 9 рублей. Я хочу до 300 рублей с этого кейса подняться. Я не знаю, возможно ли такое, но было бы классно. Так, тут падает уже нам 50 рублей. Ну, кстати, нормально, ну, по чуть-чуть, но стабильненько окупает. Так, давайте еще 5 штук попробуем. И сейчас, maybe, то, что выпадет, можно засунуть в контракт. Так, тут мне падает, так, 25 рублей, это уже плохо. Давайте попробуем контрактик из этого шерпа сделать. Если упадет хорошо, то продаем. Если плохо, то можно залететь в апгрейдик, ибо сайт на этом апгрейде, ну, вот это плохо. Так, ну на самом деле, ну, апгрейд здесь надо ловить на вандеркейсе точно выше 60%, потому что выше 60% мне апгрейд почти всегда выдает. Но с 12 рублей делать 15 рублей я не особо хочу, то давайте рискнем вот такой вот один апгрейдик на 10%. Шанс маленький, ну а вдруг? Ну, ни хрена. Так, хорошо, хорошо, тогда армейская, 3 штуки на 87 рублей. Рисково, конечно, но полетели. Так, ну вроде, я не знаю, честно. 9, 9, 41 в конце, более-менее меня сейвит, но это минус, сука, еще 3. Так, XM, я не знаю, сколько это стоит. Да, 113, найс! Так, ну первый, он уже стоит больше, чем все эти 3 кейса, отлично. 203 рубля мы возвращаем. Ну, может, еще лучше окупишь? Ой, вот это выглядит как будто прям супер дорого. Ну, 81 рубль. Не прям супер, но нормально. 5 штук на 145, давай. Ну, вот последний юспик вроде неплохой, но так я сомневаюсь, что здесь что-то есть хорошее. Да, 86, еще 5 на 145. Да, вот, конечно, вот первая часть всех этих рубрик, где я поднимаю ширпа до ножа, это самое сложное на любом сайте. Но 229 рублей, отлично, ладно, 240. Мы все-таки выходим в плюс, хоть уже и были в шаге от того, чтобы слить весь балик, но нам повезло. Хорошо, сильвер, 5 штук на 95 рублей полетели. Новый как будто хороший, да? Ну, вот прям такие прям добротные. Ну, 66, сука, еще 5. Я думал, они дорого стоят. Так, о, вот это дорого, вот это точно дорого для сильвер кейса, 42 рубля, так, 103, ну это маленький плюс, надо жестче. Вот, вот сейчас 131, уже лучше, еще 5. Так, тут уже 84, давайте еще 5. Первая падает отлично, да, да, 36 рублей. А, нормально, 133, пока купает, меня все устраивает. Давайте еще 5 штучек, как раз пробьем 300 рублей. Так, глок-окситка, 19, ну, 84, еще 5 быстро, давай. 150... Нет, 157, отлично, я что-то тупанул, нормально, на балике 337 рублей, отлично, мы уже сделали плюс, считай, ну, от депа в 100 рублей мы уже сделали плюс 237, я считаю, вообще отлично. Так, хорошо, если сейчас тройнуть, не знаю, по 90 открывать, ну, наверное, это бред, но может быть одну штучку чисто, вот, Facebook, ну, а вдруг выдаст, чем черт не шутит. Йом-бунт, правда? Ладно, еще один. Ой, да, блядь, а хотя статрек, ну, может, нормально. 33, сука, ну ты правда, еще один. О, 132, пошло, еще один. Может быть, еще раз выдаешь его, отлично, еще один. 312 рублей, слушайте, нормально, хоть и это было супер рисково, я не советую так делать, когда у вас такой маленький балик, но мы уже подняли плюс 422 рубля от балика, отлично, отлично, от начального балика. Так...
Ну, я не знаю, мне кажется, дорогие дальше крутить плохая идея, мне кажется, они будут сливать. Давайте, maybe, ну, не, Глутнова, сука, это тоже дорого, 90 рублей, но нет у меня столько денег. Армейская, по 5 штук, давайте еще покрутим. Так, а тут падает, сука, плохо падает, 71 еще 5. Два юспа вроде неплохих, но хз, если честно. Не, вроде, да, 163, отлично, еще 5, нормально. Так, тут мне падает... Ага, дерьмо. А, нет, 250, нормально, нормально, хорошо падает. Так, на балике 578 рублей. Пацаны, хочу рискнуть, ну, одну штучку, ну, надо. Ну, когда мы делаем такие рубрики, шерпа до ножа, без рисков никуда. Сука, ну, может, дорого. Ну, 94. Давайте апгрейдик, да, опять же, делать на 60% нет смысла, потому что очень мало поднимем. Давайте рискнем 42%. Ну, сука, ну что ж такое, ну не, ну здесь надо апгрейды только выше 60% делать, по-другому он плохо выдает. Ладно, 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 три штуки, лайткоин, 270, это all-in. Второе вроде хорошо, да? Нет, сука, 231, это минус, ну, блядь, ну, пожалуйста, выдай. Ну так хорошо начали, но сейчас сливаться вообще не варик, вроде дорого, все дорого, да? 471, отлично, еще три, быстро, вот еще разочек, выдай. Но я оборзел, согласен. Еще три. Блядь, 266, сука. Ну, я хочу еще его крутить. Еще три штуки. Ну, 284, нормально. Еще три. 365, отлично! Мы опять 500 рублей возвращаем. 248, ну, вот, блядь, сейчас уже не возвращаем. Но ты, сука, еще три. 457, отлично, 510 рублей на балике. У нас сегодня вообще цель подняться до 1000. Но я все время в первых рубриках шерпа до ножа со 100 рублей до 1000 подняться самое оно. Потом с 1000 уже раскачать ножик очень легко. То есть самое тяжелое это со 100 рублей поднять хотя бы косарик. Так, ладно. Телеграм. Не телеграм, давайте засекречим. Он мне не выдал и как будто бы, но сейчас обязан выдать, нет такого ощущения. Просто я знаю, что это хороший кейс. Помажи, ну не так плохо вроде как. Ну и не окоп, да? Ну да, 188, еще один. Ну мне надо, чтобы он выдал, чтобы... Да косаря, дислайд спейс, сколько? Ну дорого же, я прав? Я же прав? Да, 513, отлично, отлично, еще один. Так, хорошо, еще один. Дигл механа пушка, вроде как, вообще отлично. Сколько ты стоишь? 382, так, 724 рубля на палик, еще один. Ну засекречено я начал бы давать, слава тебе господи. Расцветающая ветка, это тоже дорогая новая, я прав? Ну, мне кажется, косарь плюс стоит, да? 739, у нас на балансе 1174 рубля, ну, пацаны. Ну, вот первый кейсик, ну, вот, ну да, да, так себе выдал, но потом пошло. На балике 1174 рубля, и я предлагаю на этой прекраснейшей ноте заканчивать ролик. Мы сегодня сделали x11 к балансу, депнули 100 рублей, получили со всех халяв 200 плюс рублей, и сейчас у меня на балике 1100. Ну, просто красотища, пацаны. И также напоминаю, пацаны, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 20% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1200. Депнули, как я, соточку, на балике получили 120. А еще если забрать бесплатный кейс регистрацию на сайте, ссылочка на вандеркейс, если что, есть в описании под видео. Еще отсюда можно забрать рублей, ну 50 у меня вроде минимум падал. Ну один раз 40 падал. Ну короче, в среднем отсюда лутать, как я говорил, где-то от 40-50 до 500. Больше 500 мне пока не падало. Еще если и кейсы за деп забрать, короче, спокойно плюс 150% к депозиту можно сделать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика, я считаю, за такой видос, за такую рубрику точно надо, потому что я уже делаю на этом сайте эту рубрику третий раз, она просто по лайкам, комментариям и по рекомендациям Ютуба заходит, из-за этого я еще раз и еще раз делаю, то вам это заходит, мне это тоже нравится, потому что 100 рублей интересно всегда подниматься. Ну, пацаны, всем по кайфу, по-любому нужно и лайк, и подписку, комментарий поставить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.